Сегодня у нас выпуск из центра Сибири. Сегодня у нас минус 25 градусов, Алтайский край, ноябрь месяц. Зима настала, вовсю уже на лыжах катаются. Вот видите, тайга кругом, леса. Вот так вот все, красота. Скоро открытие лыжного сезона планируется. Вон там, вон, видите, кто-то в лесу бежит. Вот так вот. Так красиво, конечно. Вон там валежник. Валежник в Алтайском крае. Ну все. Так, конечно, хорошо прогуливаться. Сибирь. Центр Сибири, можно сказать. Ну все.